Пизделецка. Есть! Есть! Ура! Наконец-то твой большой! Ну что, поздравляю! Спасибо! Это карт, да? Да! Шикарно! Поздравляю! Хорошо сидел, да? Да, тоже как бы вас, да, типа килограмм? Да, это самый крутой, да? Чего? Нет, на рыбу, не на меня. Да. Офигеть! Да. Думаю, не поверишь, скажешь, купил. Класс, блин, класс. Здравствуйте! Вот мы вновь пришли на рыбалку. Вот. Теперь рыбачить на вечерний клёв. Хотели бы успеть видео, которое мы сняли, чуть плохого качества получилось, потому что телефон был хорош. Ветер чуть-чуть меня, наверное, не слышно. На районе Тайюбе, зона Хонро. Это любимое мое место. Второй раз уже здесь. Мы поймали здесь достаточно много щук. Я хотел бы еще попробовать. Вот мой братишка. Разматывает спиннинги. Вот на велосипеде приехали. Вот, уважаемые. Спасибо Григорию, что выставил нас на YouTube. Я стараюсь сделать побольше видео. Дальше будет хороший клёв. О, очередная щука. Братишка будет сейчас вытаскивать. Ой. Сюда чё? Акулу поймал. Это братишка ловит. Что-то поймал. Нормальная такая. Шел! Ничего! Вау, столько птиц классно! Ой-ой-ой, смотри, там вообще эти километры. О, гуси лебеди. Тут если птицы, мне кажется, лебеди. Юля, давай быстрее! Короче, плывем, пацаны, через камыш. Вот, дороги нету. Юра гребет. Салам. Парнишка всем. Какой-то с нами залез, не знаю. А кто здесь? Где? Я тоже здесь. Никогда меня не снимает никто. Такая тропинка. Плывем непонятно куда. Камыш перед нами. Но сказали, что там должна быть вода где-то. А, есть вода. А, есть, оказывается, вода. Снимаешь, да? А я вообще не гребу. Вот так, руками. Да. Снова снимаю, не рыбачу. Вот, выплываем. Как обычно. На озеро. Красота. Удочку просто держу. Солнышко. Так,